Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, Инна. Итак, стоит ли возвращать отношения, если я в них не уверена? Ну, пожалуй, здесь можно сказать, что отношения, в прямом смысле слова, не являются вещью или предметом, чтобы возвращать. Отношения — это все-таки что-то такое более деликатное, под чем понимается, на мой взгляд, все-таки не совсем история про возврат чего-либо. Если вы не уверены, то вы не уверены в чем-то. Если вы не уверены, то вы не уверены в чем-то, вы не уверены, как и в каких-либо моментах, да, вы не уверены в каких-либо аспектах, соответственно, с этими аспектами, в принципе, можно поработать, с этими аспектами, в принципе, можно эти аспекты поисследовать, да, посмотреть, что, в чем именно вы не уверены, посмотреть, в чем именно, допустим, вы сомневаетесь, да, посмотреть, что именно вас, к примеру, настораживает, да, посмотреть, что именно вас, ну, может быть, не устраивает, может быть, раздражает, может быть, что-то еще. И там уже решить, но по факту, конечно же, ситуация такова, что если вы сомневаетесь, то значит есть какие-то вот моменты, ну, связанные вот с тем, что для вас это представляет какой-то дискомфорт. И, соответственно, игнорировать, на мой взгляд, дискомфортную ситуацию не стоит. Вот. Как минимум не стоит. Именно игнорировать, да, то есть можно поисследовать ее, можно выработать к ней отношения, можно сделать выбор, да, то есть, например, согласны вы, чтобы эти элементы были в вашей жизни или нет. Вот, согласны, чтобы те моменты, в которых вы, ну вот, не уверены, были или нет. И тогда уже как-то делать выбор. А что касается всего остального, то вы, вероятнее всего, вы боитесь близости, вероятнее всего, вы боитесь близости, вероятнее всего, вы опасаетесь ее, вероятнее всего, вы опасаетесь какой-то боли, да, то есть у вас есть тревожность и неосознанность некоторых своих чувств, своих эмоций. Вот. И на мой скромный взгляд, вы что-то пытаетесь себе дополнить через отношения. Так вот вы говорите, да, что, ну, что не нужно, вот, что мне не нужно. Когда я что-то получаю, да, мне это уже не нужно, мне это уже не интересно. По факту. Вот. Это вот непосредственно про дополнение. То есть вы пытаетесь что-то получить для себя. Получаете, потом вам уже это просто неинтересно, вам это уже просто не нравится, вам это уже не нужно. Вот. То есть это такая вот нецелостность, ну, ваша,
собственная нецелостность. И человек, ну вот мужчина в данном случае, ваш партнер, использует как раз таки для того, чтобы получить то, чего вам не хватает. Вот нужно разобраться с тем, чего именно вам не хватает. И нужно именно разобраться с этим. Вот. И тогда, я думаю, будет, ну, гораздо лучше вам, гораздо спокойнее, вот. И гораздо определеннее вы будете себя чувствовать. Вот. А вот так примерно, я думаю, можно ответить. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.